прошу прощения, все наоборот. Саша, будь счастливым. А потом уже вместе получится. Здорово. Вот это счастье, о котором я говорю. Если забыть о серьезности того, что человек вместе с этим словом приходит, но я не боюсь разделить. Есть счастье от любви, есть счастье от жизни. Причем в этот момент даже нет никого. А есть счастье от творчества. Я беспокоюсь за счастье, Александр. Все красиво. Господа, я, честно вам сказать, с большим недоверием отношусь вот ко всякого рода таким вот промежуточным моментам, переходным моментам. То мы только что от души поздравляли Сашу, выпивали за него, потом мы вдруг изменили вид деятельности. Сейчас мы меняем снова. Вот моя супруга считает, что у меня вот такое отношение к этому просто от того, что я исключительно пассивный человек. Боря, почему у тебя такой одномерный взгляд на мир? А я наоборот считаю, что это вот мое такое отношение, оно связано с моей совершенно эксцессивной эмоциональностью. Я настолько увлекаюсь в процесс... Не могу сейчас держаться, чтобы не спросить в постели. Что мне трудно, так сказать, закончить один вид деятельности и перейти к другому. В этой связи меня особенно волнует ситуация с Зямой. Он нас так порадовал. Он так вовлекся в процесс, и вдруг был этот длительный перерыв. Я предлагаю, мы должны для начала выпить, просто для того, чтобы дать возможность Зяме не утратить накапливающиеся навыки. Господа, выпиваем за... Я считаю, на всех днях рождения надо пить за Зяму. Спасибо, Оля. Давай, Боря, пойди. Господа, а Саша говорит очень тяжело. Почему? Потому что как настоящий артист, в нем неимоверное количество граней, слоев, ипостасей. Я не буду говорить дальше, потому что иначе Боря спросит, как насчет постели, да? Господа, в этой связи я был чрезвычайно обрадован, что Анечка в своем первом тосте она как-то свела все обилие бесчисленных, противоречивых часто артистических ипостасей Саши к противопоставлению еврей-цыган, цыган-еврей. Я хочу свести эту дихотомию просто к рассмотрению Саши как цыгана. И поэтому я его поздравляю как цыган-цыгана. Поздравление с эпиграфом и прологом. И то, и другое чисто из Пушкина. Знаете, чтобы никакой эклектики. Эпиграф. Прими за промысел любой, железо куй или песню пой. Душой ликуй, а пой.
Пролог. Из цыган, by the way. В шатре одном старик не спит, он перед углями сидит. Когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил, но лучше б членами поник и вырвал грешный мой язык. Цыганы шумную толпой, евреи, как во время она, пустыни сквозь и жар и зной, все шли избегнуть, чтоб полона. Так мы идем найти его, цыганской доли Моисея, что путь укажет не рабея, как нам поставить Алеппо. Мы станем шумную толпой, его ища ходить по залам. Санкт-Петербург хоть и большой, но Сашу Прохорова с жаром, чтоб нам поздравить от души, два зала нет, отнюдь не хватит. Всю степь без табора обойти, что на заре, что на закате, по широте души ему нигде не повстречаешь ровню. Вокала тайного спою, эмоциональности жаровню, что Саша только воплотил в чудесной искренности силы. Старик-цыган, чтоб я так жил, одной ногой уже в могиле. Так начинает свой рассказ о том, как Саше поздравление, что и за здравие, и наказ, и всем цыганам наставление, всех собирает счастье ком, пусть собирает нас и далее. Тебе, цыганский наш шалом. А остальное все детали. Конечно, в Lucky Ten. И у него есть другая сторона жизни в отраде. В отраде уже, по-моему, не осталось работников, которые не поют. Ну, конечно, еще не так хорошо, как в Lucky Ten, просто там меньше времени проводят. Мы там все время видим ваших детей, которых вы приводите, как они поют сначала, и потом видим эти результаты. Сашу там тоже очень любят, просто боготворят. И вот я очень хочу вам на эту тему спеть. Oh,
твой король. А ты живешь талантливо, неся зайца и народ. Alexander Prokhorov, Artistic Director, Commonwealth Lyric Theatre, Lucky 10 New Talent Studio. Bass baritone singer, vocal coach, piano accompanist. Citation. On this very joyous surprise birthday party organized by Anna Gavitz for Alexander Prokhorov, let it be known that all who have gathered here, the thousands of spectators who have recognized and appreciated your talent by giving you standing ovations, the musicians and artists with whom you have collaborated, the students and the parents, all collectively wish to thank you for coming to the USA in 1999 and for the contribution you have made since then to enrich the cultural life of the citizens of the Commonwealth of Massachusetts. Art Community of Greater Boston, Café St. Petersburg, Newton, Mass., August 29, 2013.